Благотворительный концерт, в котором приняли участие популярные российские артисты, собрал несколько сотен зрителей в парке «Наташинские пруды». Мероприятие состоялось при поддержке партии «Единая Россия». Подробнее в материале моих коллег. За пацанов, за молодых, за самых лучших. Руководитель общественно-патриотического движения «За нами Россия», автор и исполнитель песен Анна Покровская, сегодня и сама на сцене. Вместе с другими артистами, заслуженными победителями и лауреатами различных конкурсов, дает благотворительный концерт и собирает гуманитарную помощь в поддержку российских военных на Донбассе. Приносят люди посылки, просто маленькие, большие, кто что может. Ну и самая главная задача – поддержать наш дух, дух россиян, всех, кто с нами, рядом. В общем, собираемся большими коллективами. Можно собрать посылку, а можно просто написать письмо. В одной из палаток на столике лежат специально подготовленные листки. На всех один и тот же адрес и один адресат – Донбасс российскому солдату. Такая добрая весточка с родины для наших ребят, которые участвуют в спецоперации, это, ну, дорогого стоит. То, что они знают, что их поддерживают, что мы здесь надежный тыл. Люберцы стали пятой площадкой Подмосковья, где прошел благотворительный концерт «За нами Россия». Впереди у артистов еще 20 городов Московской области, а также концерты в Донецкой и Луганской народных республиках. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.